ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן.

פרעה אל עובדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלוהים בו ויאמר פרעה אל יוסף אחרי יהודי האלוהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך אתה תהיה על ביתי ועל פי חישה כל עמי רק הכיסא גדל ממך

41 стих. Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим. Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу. Так как Бог открыл тебе все Сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим и Твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше Тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставлю Тебя над всею землей египетской». Амин. Мир вам, братья и сестры, приветствую вас, любовью Ишуа Мессии. Вся параша называется «Микец» по прошествии или по окончании – и сегодня мы поговорим с вами на тему «Там, где хочет видеть меня Бог». «Там, где хочет видеть меня Бог». Вы знаете, очень часто мы, люди, больше уделяем внимание тому, где я бы хотел быть, где я бы хотел работать, где я бы хотел учиться, в какую общину я бы хотел ходить, и где было бы, в принципе, хорошо лучше мне, для меня самое главное. Но как важно нам научиться задаваться вопросом, а где хочет видеть меня Господь? Где Он хочет, чтобы я работал? Где Он хочет, чтобы я учился? И где Он хочет, чтобы я ходил в общину? И очень часто это будет не то, как мы себе все это представляли в своих мыслях рисовали себе картину не так, как мы думали, все будет. И я хочу вернуть вас немножко раньше, во время, когда Иосифу снятся сны. И он видит во снах, что его братья, его мать, его отец, мать, они поклоняются ему. И в принципе он видит такую картину, что все хорошо, и вот пред ним все как бы почитают его. Но как вы думаете, представлял ли он себе, какую дорогу или какой путь ему надо будет пройти, чтобы достичь того положения, в которое он стал? Знаете, я думаю, что он не представлял себе вот эту вот всю дорогу. Он не представлял что ему первое придется пройти предательство братьев, своих близких. Второе – попасть в рабство и стать человеком, не принадлежащим себе. Когда, в принципе, ты принадлежишь себе, и ты можешь распоряжаться своим временем так, как ты хочешь. Но он должен был стать рабом, человеком, время которого не принадлежит себе. Попасть в тюрьму, и вы знаете, я уверен, что Иосиф не так все себе представлял, не так весь этот путь. Но в те моменты Бог хотел, чтобы Иосиф был именно там, где он был. Неважно, где ты будешь, Самое важное, если в этот момент вместе с тобой там Бог рядом. И когда э, было бог, бог он все время был с иосифом, Бог был с ним, когда он попал в дом к Патифару, конечно это не значит, что на нашем пути не будут восставать всякие искушения, которые будут пытаться сбить нас с пути. Но Иосиф он был верный Богу и оставался верен. И когда он отвечал жене патифара, то он в первую очередь говорил, как же я могу в глазах Бога сделать такое. Не в глазах какого-то другого человека, но именно в глазах Бога. Почему? Потому что он был верен ему. И другие люди видели, что Бог, он с Иосифом. Им было легко доверять Иосифу. Потом, когда он был в тюрьме, Бог тоже был с ним. Потом, когда он стал вторым после фараона, Бог тоже был с ним. Когда Бог с нами, никто у нас не может этого забрать. А наоборот, люди будут только видеть с этим человеком Бог. Надо с ним дружить. В иврите здесь в последнем стихе написано ⁇ Рена тати отха аль-коль-эрец мицраем ⁇ «Смотри, я дал тебя над всей землей Израильской». В том смысле, у нас написано, «Я поставил тебя э, правителем над всей землей э, Мицраем Египетской». И можно, в принципе, перевести это так, над всей землей Египетской. Но в иврите написано, «Я дал тебя для всей земли Египетской». То есть, «Я дал тебя как служителя» для всей земли египетской. Понимаете? И настоящий правитель, он действительно является служителем для той земли, в которой он является правителем. И Бог, он будет с нами, только если мы сами не откажемся от Бога, отвернувшись от Него и уйдя туда, где мы хотим быть. Не там, где Бог хочет видеть нас, а там, где нам хорошо. Вы знаете, для меня самое страшное – это потерять присутствие Бога. Это пойти в то место, там, где Бога нету рядом со мной. Почему? Потому что я уже как-то переживал это в своей жизни чувство, когда я очень сильно хотел учиться в технионе. И вымолил у Бога чтобы Бог да, дал мне там учиться, чтобы я смог туда поступить. И Бог мне сказал, хорошо, иди, Слава, полный вперед. И когда я пришел туда, то да, я преподавал всем своим сокурсникам, да, я объяснял им весь материал, я его хорошо понимал, но Бога рядом со мною не было там. И потом, когда Господь показал мне четкий знак, что он хочет видеть меня в совсем другом месте. Мне было тяжело это принять, потому что моя мечта была там учиться и быть там. Но мне надо было выбирать, чего я хочу. Или я хочу, чтобы рядом со мной был Господь, или я хочу быть там без Бога. И мне пришлось сделать для меня тогда скажем так, когда вокруг меня все, кто смотрели на меня, я говорил, ну мне Бог сказал, что я должен так поступить. Многие мне говорили, что я поступаю неправильно. Мои сокурсники надо мной смеялись. Моя мама мне говорила то, что ну, ты, как всегда, бросаешь учебу, не доводя ничего до конца. Но потом, когда прошло 4 года, и уже закончив другое место, колледж, я стоял на сцене как один из трех учеников, которые с отличием закончили этот колледж, то моя мама радовалась и говорила, как хорошо, что ты пошел сюда. Когда я потом встретил своих сокурсников, когда уже работал в Интеле, и я набирал людей на работу, чтобы к нам они пошли работать. И я встречаю этого сокурсника, который смеялся надо мной и говорил, когда ты пойдешь в колледж, ты не сможешь найти там после этого никакой работы. И не важно, что тебе и кто там говорит. И когда я уже работаю, набираю людей, а он, уже тоже закончив технион, не может найти себе работу. Этот пример я даю вам для того, чтобы каждый из нас понимал, что то место, там, где может видеть нас Бог, возможно, нам изначально будет тяжело сделать этот шаг, пойти за ним. Но когда мы сделаем этот шаг и пойдем за ним, самое главное, что Бог, он будет с нами, рядом. А все, что скажут остальные люди, это будет неважно. Бог показал мне, что хорошо там, где Он с тобой, хотя иногда путь может быть тяжелым. И теперь каждый раз я стараюсь проверять, где Бог, чтобы не оставить Его. Важно не где мне хорошо, а там, где Бог со мной. Когда наш народ шел по пустыне, то было облако и огненный столб. Народ шел за облаком и за огненным столпом, а не наоборот. Не туда, куда люди хотели идти, за ними облако шло, но облако вело наш народ. Ты можешь поменять собрание, ты можешь поменять работу, ты можешь поменять учебу или сделать какое-то другое решение своей жизни. Но вопрос, будет ли Бог там с тобой, в том месте, куда ты выберешь пойти? И очень часто люди думают и хотят, чтобы облако шло за ними. Но так не бывает. Идем ли мы в нашей жизни за Богом или хотим, чтобы Бог шел за нами? Этого не будет, потому что Бог, Он Бог ревнитель. И Он хочет, чтобы мы двигались в своей жизни за Ним, как Иосиф в своей жизни двигался, потому что для Него у него был особый план, который Он должен был исполнить. Да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы каждый из нас мог исполнить тот план, который Бог приготовил для Него, исполнить то предназначение там, где Бог видит каждого из нас в этой жизни. Амин. Встаньте, пожалуйста, на ваши ноги. Барухата Адуна Илуэну Мелеха Улам, Ашер Натан Лану Турат Эмет, Вехей Улам Натаби Тухейну. Барухата Адунай Нутен Хатура. Аминь.